Сегодня поговорим о ножах от компании Protec. Это страйдеры, которые пришли в новых цветах. Совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, мы демонстрировали страйдер в зеленом цвете в накладках из GTEN, и там клинок был такой поочередно обработан в серо-черном цвете. Сегодня у нас пришли не менее интересные. Это с одной стороны в черном цвете, полностью из анодированного алюминия и черным клинком. Обратите внимание, как выполнен. И на обороте полностью черный клинок с накладкой из GTEN. Причем я сейчас вблизи покажу, как выглядит GTEN. Ну, очень глубокий рисунок по структуре. Прям цепки. Если сказать цепки, то, наверное, не сказать ничего. Я попробую сбоку продемонстрировать именно глубину и высоту вот этих вот выступов. Очень глубокий. При этом даже как GTEN он не воспринимается. Что-то между термопластиком и настолько глубокий рисунок. Видим PR3 и номер 764. Видим гравировку страйдера на обухи, привычные насечки, довольно-таки редкие, все в стиле страйдера. И по спускам. Спуски у нас прямые, по форме drop point. Вот эти вот шпеньки под правую и левую руку никакую функционал они практически не выполняют, поскольку даже упорную роль они толком не выполняют. То есть кажется, что они упираются, но если бы они упирались, то они бы наверняка разбивали бы вот эти вот пазы GTEN и анодированного алюминия, но, как показывает практика, этого не происходит. Удобен хвату, как таким легко перехватить, при этом большой палец остается практически на месте. Что, давайте, наверное, уже рассмотрим вторую модель. Здесь у нас полностью уже в черном цвете корпус и в цвет клинка, что бывает часто на ножах, на хороших ножах, это идет дублирование по цвету, что в данном случае смотрится также неплохо. Молниеносный, очень мощный выброс по ножу из корпуса в разложенное состояние. Как всегда, отдает в руку и очень удобный хват у рукоять, аналогично предыдущему. Причем вот этот вот вырез в виде дульки, безусловно, выполняет роль еще и техническую, то есть разгружает клинок при силовых нагрузках. Что по обработке, здесь мы также видим Stonewash, верхняя часть в сатине, гравировка. И те же насечки. Сталь и там, и здесь фигурирует как CPM 154SM. Фу, прошу прощения, не CPM, 154SM. Это высокоуглеродистая сталь. Заговариваюсь уже под конец дня. Много роликов пишем. Вот. И 59-60 по Роквеллу. Конечно же, здесь хотелось бы видеть порошок, но почему-то компания Protec из ряда в ряд ставит лишь 154 SM железку. Что по характеристикам? Общая длина ножа 210 мм, 89 клинок, 3,2 по обуху, drop point, вес модели в зависимости от комплектации плюс-минус составляет 120-130 грамм.
В сложенном состоянии 121 мм, толщина рукояти 13 мм стандартно. По сборке все четко, нет никаких вопросов, все строго по центру. И, конечно же, люфтов никаких мы здесь видеть не должны. Всех благодарю, извиняюсь за какие-то оговорки. Скоро увидимся.